Старожилы села Верхняя Любовша это место знают хорошо. Сюда теперь часто приходят помолчать и поклониться, отдать дань памяти. Три поколения семьи маршала Виктора Георгиевича Куликова приехали на его малую родину впервые, чтобы прикоснуться к корням своего рода. Хотела здесь побывать. Потому что вот мне хотелось посмотреть, на вот где он жил, когда еще не приехал в Москву. Здесь, в Краснозоринском районе, прошли детские годы маршала. От дома почти ничего не осталось, но не это главное. Важно, что сохранилась память, говорят родные. 5 июля, в его день рождения, Верхней Любовши вспоминали заслуги Виктора Георгиевича. И на малой родине открыли музей в честь человека, который прошел путь от рядового до маршала. В годы Великой Отечественной войны Виктор Куликов принимал активное участие в боях на Юго-Западном, Калининском, Первом Прибалтийском, Первом и Втором Белорусских фронтах в танковых частях. После завершения войны занимал различные руководящие должности и в 1971 году стал первым заместителем министра обороны СССР. В дальнейшем первый заместитель министра обороны СССР главнокомандующий объединенными вооруженными силами государств-участников Варшавского договора. В 1992 году он уходит со службы и возглавляет Комитет Госдумы по делам ветеранов. На открытии школьного музея почетного гражданина Орла и Орловской области собралось немало гостей. Местные жители, представители администрации района, историки, краеведы. Здесь инициативная группа образовалась с полковником Паршиным Виктором Васильевичем, нашим лидером, идейным лидером, жителем поселка Красная Заря Колесников Валерий Тихонович, значит, школой, ну и, конечно же, районная администрация. Мы гордимся тем, что такого человека, как маршал Виктор Куликов, можно назвать своим коллегой, учителем, товарищем, говорили приехавшие в Орловскую область именитые гости, среди которых первый заместитель министра обороны СССР, ныне депутат Госдумы Михаил Моисеев. Я не просто знал этого человека, я с ним прослужил всю свою жизнь, все 50 лет. И провожал последний путь. То, что у вас этот есть уголок, это уже вам огромное спасибо. И есть где провести урок мужества и рассказать об этом великом человеке. Боевой генерал в середине 90-х, министр внутренних дел Анатолий Куликов считает своего однофамильца одним из лучших в плеяде военачальников. Мы то поколение, которое стало офицерами на примере, на подвиге наших отцов. И в том числе на подвиге Виктора Георгиевича Куликова. Праздник получился почти семейным. Спасибо всем, кто так бережно хранит память, сказали дочери маршала Куликова. Они и передали в музей его личные вещи. Вот подъезжали, и вдруг я вижу название поселка Верхнее. У меня непроизвольно вроде слезы появились. Вот ну ничего совершенно. Ну или уже, так сказать, возраст более эмоциональный, конечно, стало. Ну вот почувствовалось, так много папа об этом говорил. И Хомутовский район. Всегда звучали вот названия именно места, где он родился. Заместитель губернатора и председателя правительства Вадим Соколов передал слова поздравления от главы региона. Глубоко символично, что музей Виктора Георгиевича Куликова открывается в год 70-летия победы советского народа над фашистской Германией. Виктор Георгиевич – человек эпоха. В его жизни отразилась славная история нашей Родины. Фронтовик и орденоносец. Мужественный, стойкий солдат Великой Отечественной войны. Вице-губернатору тоже довелось быть знакомым с прославленным военачальником. Его приезд на малую Родину, в Орел, в Любовшу, сюда, в Краснозоринский район, всегда были событием для Орловской земли, для Орловщины, потому что он частицу сердца и своей души всегда оставлял здесь. Этот небольшой комплекс памяти героя-земляка отныне станет местом проведения торжественных мероприятий и не только масштабы школы, но сельского, а возможно и районного уровня. Одно из памятных событий – вручение юбилейных медалей. Вице-губернатор Вадим Соколов в числе награжденных. Наталья Пехтерева, Олег Фомин, телеканал «Первый областной».